была безымянная, станет Митрофановская. Участок дороги, который соединяет улицу Свободы и Новгородскую, получит официальное название. Такое решение приняла комиссия по топонимике при городской мэрии. Имя выбрали, исходя из названия местного хутора Митрофаново. На участке почти в 2 километра. С одной стороны частные дома, с другой – садовое товарищество. Многие по ошибке считали эту дорогу продолжением улицы Новгородской. Окончательное решение по вопросу переименования будет принято 28 марта на заседании городской думы. Тогда жители смогут в добровольном порядке переоформить соответствующие бумаги в МФЦ «Мои документы». Мы будем рассматривать заявление, присваивать адресную часть уже, значит, с наименованием улицы Митрофановской. Сейчас получается у них как бы адресация по СНТ. Поскольку еще домики там садовые, не все еще перестроились, они как СНТ адресованы. А вот вновь выстраиваем индивидуальные жилые, уже мы будем присваивать им адреса вот с указанием на улицу Митрофановская.